Австрийский магазинный карабин Штрассер РС был и остается уникальным предложением на российском рынке. Вариант РС Evolution со сменными стволами адресован охотникам, предпочитающим универсальный оружейный комплекс, тогда как модель Штрассер РС Соло оснащается жестко закрепленным стволом и стоит заметно меньше. В обоих случаях, благодаря уникальному затвору прямого хода с санговым запиранием, обладатель РС получает возможность стрелять из своего карабина с предельно высокой практической скорострельностью для охотничьего оружия с ручным перезаряжанием. Результативной стрельбе способствует точно изготовленный ствол и ударно-спусковой механизм с дискретной регулировкой усилий на спусковом крючке и шнеллерным механизмом. Для тестирования карабина Штрассер РС стрельбой по движущейся мишени журнал «Калашников» пригласил на рубеж Максима Степанова, многократного чемпиона мира и Европы по стрельбе в упражнении «Бегущий кабан». На дальности 50 метров, менее чем за 5 секунд, из карабина Штрассер РС Соло калибра 308 Винчестер Максим успевал поразить убойную зону бегущей мишени трижды, а дуплеты стабильно укладывал с поперечником не более 10 см. Мы проверили РС Соло с оптическим прицелом и РС-14 Evolution с механикой, моделируя поведение стрелка на загонной охоте и оценивая поведение карабинов при стрельбе патронами с пулями различной массы. Результаты теста будут опубликованы в статье редактора отдела охоты и спорта журнала Римонта Сонарейки в мартовском выпуске.